Друзья, всем привет! Привет, подписчики! Привет, YouTube! Пришел мне с AliExpress металлоискатель. Сейчас будем его распаковывать. Вот коробочка. Как видно, коробочка помятая. Сейчас будем смотреть, что внутри. Хороший китайский скотч. Есть такая вот инструкция on the ground metal detector. Инструкция на английском, на русском. На русском нету. Все на английском языке. Хорошо, хоть и на китайском. Ну, как видно, все целое. Ничего не сломанное, хоть и коробка помятая. Сейчас достанем это все. Алюминиевая штанга целая, тоже не помятая. Сама рукоятка. Рукоятка целая, не помятая. Сейчас мы ее соберем. Вот она вот так вот складывается. Он у нас получается складной. Затягивается и не двигается. Так. Сама катушка. Вот катушка и сама голова прибора. Просил китайцев положить батарейки. Они мне любезно отказали. Ну, я купил как бы батареечки. Здесь вот у нас это звук. Это не знаю что. Это сенсор. Вот он включается. В общем, сейчас будем смотреть, собирать, пробовать. Ну, на картинке, конечно, другая катушка была. Отличается от картинки. Это вот, честно, не знаю, что такое. Это, наверное, под руку как-то делается. Да. Это вот сюда вот как-то, наверное, втыкается. Вот сюда вот это втыкается. Под руку только не так, а вот так. Да. Сейчас мы ее соберем. Я почему-то думал, придет меньше размером. Хотя нет, да, довольно-таки большой. Угу. Вот у нас получается, сюда вот крепится сам прибор. Сделаем под руку немного длиннее. Там у нас два крепления. Вот так вот. Коробку можно в сторону отодвинуть. Так, ребята, сейчас будем разбираться вот с этой канителью. Так. Это у нас вот так приделывается катушка. Это у нас вот провод. Говорят, катушка водонепроницаемая. Ну, что-то как-то верится с трудом, что она водонепроницаемая. И катушка на нем незаменяемая. Ее на другую поменять нельзя. Так что будем пользоваться такой, какая есть. Вот у нас получается вот так вот он. Собран, я не знаю, на всю длину. Не видно. Ну, положу сейчас вот так вот. Отодвину немного камеру. Вот. И сейчас прикрутим ему башку. Так. Здесь у нас отсек для батареек. Ага, 9-вольтовая крона вставляется. Две штуки. Кроны я, ребята, купил на работе. Поставлю туда две кроны.
Ну, включу и, конечно же, попробую, как работает данное устройство. Сейчас вставляем его в крепление. Вставляем. Как он защелкнуться должен? Он как-то почему-то не защелкивается. Не отломить бы ничего. О, защелкнулся. Так, а здесь болтиком должен зафиксироваться болтиком. Что-то как-то он не фиксируется. А, батареечки я ставлю. Вот, ребята, все зафиксировался болтиком. Таким вот образом. Так, а куда подключается-то? Вот сюда. Сейчас мы провод намотаем. Таким образом сделаем намотку провода. Он, ребята, складной, что очень удобно. Что складной. Ну все, ребята, прибор собран. Сейчас осталось ставить батарейки и попробовать включить его. Так что оставайтесь, смотрите, что получится. Ну вот, ребята, вставили мы, значит, батарейки. Значит, теперь можем включить данную приблуду. О, он запищал. Еще бы научиться пользоваться. Ну, как мне сказано, здесь вот надо вот так выставить. И сенсор вот так вот выставить и проверить на что-нибудь. Вот ножик у меня лежит. Вот что-то показывает. Сейчас попробуем положить под линолеум такое вот колечко золотое. И посмотреть, что он покажет. Сейчас выключаем. Наше колечко ложим под линолеум и будем настраивать. Показывает, что что-то лежит. Так, вот оно наше кольцо. В принципе, пробивает сигнал, да. Работает, ребята. Так что, ребята, будем пробовать копать теперь. Вот такой вот металлоискатель, моделька MD4030, китайский. Ставьте лайки, пишите комментарии. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как настроить данный аппарат. Честно, я вот первый раз вообще сталкиваюсь, никогда не пользовался. Всем спасибо, всем пока.